привет! С вами компания Венфасад Проект. Меня зовут Станислав, руководитель проектного отдела. Хотим показать наш проект фасада здания в городе Келиши на улице Энергетиков. Площадь фасада около 2700 квадратных метров. Тут применялись керамогранитные плиты 600 на 600 мм от компании Estima. Дизайн фасада выполнен в трех цветах. Использовали Г-образные направляющие и кронштейны с удлинителями от компании Vector. Применяли утеплитель Rockwool толщиной 150 мм. Выполнили статический расчет и подобрали оптимальный шаг кронштейнов 1200 мм в рядовой зоне и 800 мм в угловой зоне. Выполнили раскладки плитки и подсистемы, произвели подсчет спецификации. Проект был выполнен в срок за 10 рабочих дней. Обращайтесь в компанию Венфасад Проект, и мы сделаем качественный проект в кратчайшие сроки. Подписывайтесь на наш канал. Спасибо за просмотр.